В Ливии освобождены четверо сотрудников Международного уголовного суда, которые почти месяц удерживались местными вооруженными формированиями. Об этом сообщил прибывший в Ливию председатель МУС Сон Санхен. Австралийка Мелинда Тейлор, испанец Эстебан Пиральта Ласия, ливанка Хелен Асаф и россиянин Александр Ходаков были задержаны 7 июня в городе Зинтан. В местной тюрьме они посещали сына Муамра Каддафи Сейфа Алислама. Ливийская сторона обвинила сотрудников Международного уголовного суда в попытке нанести ущерб национальной безопасности страны. В частности, австралийскому адвокату Мелинде Тейлор вменялась в вину попытка передать сыну Каддафи зашифрованное письмо. Сейф Алислам был арестован в ноябре 2011 года. Переходный национальный совет Ливии неоднократно заявлял, что сын Каддафи должен предстать перед ливийским судом, а не перед Международным уголовным судом в Гааге.